В Якутске прошел республиканский этап 5-й всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер». В нем приняли участие представители агрошкол из разных районов республики. Всего 12 команд, каждая из которых представила свои бизнес-идеи. Среди них разведение коров якутской породы, разведение кроликов, производство козьего сыра и многое другое. По итогам игры первое место занял проект Майнской школы Мединохангаласского улуса «Переработка и реализация натурального меда». Эта команда представит республику на всероссийском этапе конкурса. Мы хотим вернуть бренд синской картошки, так как сейчас вот она немножко у нас как бы это не пользуется таким спросом, но на самом деле вот чисто такой деревенский сорт, ранняя роза, он очень-очень хороший сорт. Он, значит, легкий и вкусовые качества отменные. И, значит, у нас сейчас запущен в школе проект «Из отходов доходы». И вот 22 марта мы будем участвовать в первом слете «Зеленые пионеры Якутии».